Святый Андрей Епифаний, в церкви на воздухе, за христиан и Богу молящегося, познавшие ко Матери Си, вознесшегося на небо Христа Бога нашего и припавшего на землю,
радостно поклонявшися Всеблагому покрову Твоему, зовуще Аллилуйя. Простираем расслабленные руки, из глубины сердца вопием, призрена миру и смирение душ наших. Покрой нас всемощным опором Твоим, да избавишься в себе Ты на пасе, и в час кончины нашей, о, всеблагая, предстань нам, и уготова награди грехов наших, избави мучения, да всегда поклоняйся самим. Аллилуйя! И бисяк услышали совет целование Марину, взыгрался младенец в очеве ее, и исполнился Духа Святый совет, и возопи глазом велием и рече, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Yeah.